На этих кадрах Дарья исполняет вариации куклы из балета «Коппелия». Девочка покорила членов жюри, так как она стояла на пуантах, что для ее возраста очень сложно. Участницы из разных городов России представляли интересные творческие номера и соревновались только в своих возрастных категориях. Дочка занимается балетом вообще с 4 лет. Случайно попали в эту стихию, скажем так, потому что тоже выиграла она конкурс, и ей дали абонемент на занятия именно в балетной студии. Вот, с 4 лет мы туда пошли, ей понравилось. В 7 лет она уже, через 3 года, она встала на пуанты. Ей захотелось чего-то большего, развития, потому что она очень трудолюбивая. Юную балерину мотивирует победа, ее не пугают трудности, они ее даже вдохновляют. Дарья хочет развиваться в балетном искусстве. Ее цель – стать прима-балериной. У меня не получалось в танце закидывать ногу, и меня потянул балетмейстер. И у меня, когда меня сильно потянешь, тогда у меня сразу все соберется, и я могу сразу в полную силу кинуть. Вот это короны Дарьи. Вот эти 2 короны – это основные. К слову, Дарья взяла не только гран-при на конкурсе в Москве, но и стала на нем же первой вице-мисс в своей возрастной категории. Говорит, этой победе она обязана занятием в модельном агентстве «Стиль» Татьяны Боевой. После лидерства на всероссийском конкурсе у Дарьи есть право представлять Россию на мировом уровне – в Бразилии. Кристина Матвеева, Владислав Ковалев, «День с толком».